Шейх Мухаммад, это спрашивающая сестра говорит, каковы признаки принятия благих дел от верующего? Признаком принятия является увеличение богобоязненности перед Аллахом Великим и Возвышенным. Каждый раз, когда у человека увеличивается богобоязненность перед Аллахом Великим и Возвышенным, это становится ближе к принятию. Как говорит Аллах, и каждый раз, когда деяние совершается только ради Аллаха и соответствует шариату Аллаха, то в действительности оно примется, иншаллах.